Всем привет! Вы на канале Китай Маркет. У нас очередные две посылочки детские с Алиэкспресс. Давайте начнем с этой. Здесь у нас летнее платье для девочек. В комплекте идут, значит, юбочка, вот такая вот юбка, тут на резинке довольно-таки большой запас, кофточка, рубашка, ну и такой бонус бусинки с бантиками-то на шее. У продавца в наличии есть три расцветки. Это идет небесно-голубой. Мы заказывали вот розовый, такой тон розовый. Есть небесно-голубой еще и красного тона. Также есть несколько размеров. Мы заказали на рост 110 сантиметров. Это размер 5. Ткань, она рубашечка хлопок чувствуется, а вот юбка тоже вроде бы хлопок, вроде бы так, похоже на хлопок. Вот такая вот юбка. Давайте я померю, чтобы знали, короткая, не короткая. Смотрите, ну плечи, если они чуть шире. Ну давайте я вам рубашку так отмерю, а вы уже сами решите. Тут 26 получается, но плечи где-то тут, скажем так, высота 41. Также объем груди где-то 29-30. Юбочка у нас высота будет 26-27. Как я сказал, здесь уже можно и побольше, поменьше, но примерно, если минимальная, 19 где-то, что около того. Вот такие вот бусинки. Ну, бусинки как бусинки, конечно же, это не жемчуг там натуральный или что-то еще. Такие декоративные, для девочкам приятно. Так что повесить на шею. Короткая. А это, наверное, не застегивается на всю шею, где-то здесь цепляется, так чисто висит спереди. Также есть на рукавах такие бусинки, пару штук. Точнее, по две бусинки на каждом рукаве. Манжетка такая присутствует, красивенькая. Мини-воротничок. Ну и все как-то. Это, конечно же, на лето. Сзади пуговка такая, типа половина жемчуга, грибочек, скажем. Вот такой вот костюмчик. Так, давайте сейчас перейдем ко второй посылочке. Это уберем в сторону. Вторая посылочка у нас и костюмчик детский, бодик, как он называется еще, бодик костюм, в горошек, вот такой вот, плюс завязка на голову, резинка, завязка на голову, с таким большим бантом, ткань, материал вроде бы хлопок, но очень хлопок. Чувствуется хлопок. У продавца есть в наличии три расцветки. Это темно-синий, тоже небесно-голубого цвета, ну и розовый. Размер у него идет от 6 месяцев до 2 лет, что-то вроде того.
Мы заказывали на 12 месяцев. Давайте я вам померю, потом еще что-то, может, посмотрим, что там видно. Значит, смотрите, грудь получается 27. Высота полностью бодика, если застегнут, будет 39. Без рукавов. Здесь имеются заклепочки 3 на низу. Такие пластиковые, конечно. 3 заклепочки. На талии резинка. Не жесткая, не сильная, как бы не стягивает сильно. Такая мягкая резиночка. Вот с такими горошками. Также резинка на голову. Думаю, не знаю, для ребенка малого будет большая. Но тут, кажется, можно, если что, ушить. Ну, женщины разберутся. Вот такая вот резиночка на голову. Ну, вот такой вот костюмчик. Довольно-таки красивый, привлекательный. Так что, кому он приглянулся, проходите по ссылочке, заказывайте. Ну, а кому было полезно наше видео, ставьте, конечно же, лайки. Ставьте репосты, советуйте нас своим друзьям, ну и подписывайтесь на наш канал. На этом все на сегодня. Всем спасибо, всем пока!